Новички в обращении. В кошельках владимирцев скоро могут появиться новые памятные монеты Банка России. Их выпустили в конце прошлого года. В марте монеты добрались и до Владимирской области. Одна из них посвящена самоотверженному труду медицинских работников. На реверсе или обратной стороне монеты номиналом 25 рублей – медики в атрибутах коронавирусной эпохи. Мужчина и женщина изображены в защитных костюмах. У них реанимационные чемоданы на фоне здания больницы и карета скорой помощи. Тираж 5 миллионов штук. Еще одна монета номиналом 25 рублей порадует любителей советской мультипликации. Ее тираж 850 тысяч штук. Эта монета называется «Крокодил Гена», посвящена советскому мультику, который вышел в 1969 году, завоевал популярность. Его герои «Крокодил Гена» и «Чебурашка» вышли за пределы уже России и, в общем-то, продолжают завоевывать популярность. Поэтому вот такая монетка вышла в обращение. Ранее в этой серии выпускались монеты, посвященные таким мультфильмам, как «Дед Мороз и Лето», «Винни-Пух», «Ну погоди», «Три богатыря». Еще одна новая памятная монета посвящена человеку труда. Номинал 10 рублей, тираж 1 миллион штук. На монете изображен работник форменной рубашки с эмблемой Министерства транспорта Российской Федерации. За спиной человека труда разные виды средств передвижения. Все монеты, которые вышли в обращение, обязательно к приему по все виды платежей по номиналу, без исключения в неограниченном количестве. И мы надеемся, что в скором времени эти монеты могут появиться на руках у владимирцев. Сколько памятных монет попало к нам в область, не называется. Сначала они распределяются по местным банкам в зависимости от потребности в монетах, а уже потом попадают к жителям области. Когда получаете сдачу, внимательно обращайте на те монеты, которые попадаются к вам в руки. Попадались такие монеты. А вообще выпущено памятных монет очень много, различных серий, номиналов. Поэтому попадаются, конечно. Тираж выпущенных монет считается небольшим, поэтому, скорее всего, их оценят коллекционеры-нумизматы. Маргарита Махрова, Руслан Павлухин, 6 канал.